Во взгляде серьезность, в повадках грация, а на ушах кисточки. Статный гость навестил жителей кордона в долине гейзеров на Камчатке. Рысь, которой по природе не свойственна любовь к зрителям, долго позировала наблюдателям. Судя по повадкам и размерам, визитер – самец. Как рассказали в Кранотском заповеднике, незваный красавец, заметив людей, пометил вертолетный конус и остался на месте. Достаточно долгое время крупный кот позволял наблюдать за собой и делать снимки. Зверь как будто специально демонстрировал мощные лапы, будучи уверенным в своей неотразимости. По словам очевидцев, это было связано еще и с тем, что в кустах, где он мог бы скрыться, находился другой местный житель – медведь. Потом все же представитель семейства кошачьих скрылся в лесу, оставив жителей кордона в состоянии удивления и восторга.